Витя, недавно принесли кассету записи Артура Леденева. Вот... Он на Корнелюка похож был, по-моему. Вот что ты можешь сказать об этом человеке? Да ничего не могу сказать. Классический... Ты его знал лично? Конечно, классический алкоголик, господи. Ну, пьяница, не алкоголик, пьяница. Ну, да, нормальный пацан такой, веселый. Кстати, на гитаре хорошо играл. Хорошо, да, играл? Да, на Корнелюка похож. А там в этой группе Салпа ее не существовало. Ну, я так понимаю, там вот Артур Леденев только один и умел играть на гитаре, да? Да, а больше никто ни на чем вообще не умел. Да? Да. Ну, там вот запись, там этот Саша Ключ на каких-то бутылках там тюкает, тюм-тюм-тюм-тюм. Ну, это я не знаю, это они, не знаю, чего там обожрались, может, колес каких-нибудь, может, тормозухи. Не знаю, что-то там на гитаре песни какие-то там про друзей поют. Вить, ты помнишь свой первый рок-концерт? Который слушал? Нет, на котором присутствовал. Да, конечно. Это где было? Это было в ДК-Шадрия. А кто выступал? Арии «Коррозия металла». Ни хрена себе, блин. Это какой год-то был, если «Коррозяка» здесь лупил? Это, наверное, 99-й. Какой-то. Да нет, ты что, это 90-й, по-моему, был. А состав был тогда какой у них? А вот Костыль, Боров, Ящер. А, первый состав. Паук, о, да. Ну это оригинальный состав, это круто. И была Ария, я помню, он Кипелов в кедиках, в карандашиках выступал еще. У меня такие были кеды. Это они типа вот вдвоем там, да, как бы рубили. Орловских не было никаких на разогреве? Нет, тогда это было не в моде. Ага, ну это ДК железнодорожников, да? Вообще такого не было. Не, ну там-то... Да, я помню, билеты купили, а все равно ее ты там лавина пропиздила там. Их два концерта было, в один год и во второй. Ага. Второй отвратительный был вообще. Вот. Мордобой там, все, ну началось там вот это. Ну расскажи что-нибудь там 90. Про концерт. Знаешь... Ну тебе понравился саунд вообще так, мощно было? Нет, а я не могу тебе сказать, понравился мне или нет. Ну что-то необычное, ну да, вот это вот железо... Бабы были с ними тогда? Не-не-не, тогда еще не было, да? Нет, со второго я сам ушел. Почему? Ну мне не понравилось, ходили там, морды били, ёпты, быки с привоза. Ну я их знал хорошо, ага. Этих пацанов. Просто ушел. Это ну, а какой-нибудь нет. Случай такой там произошел, блин, какой тебе запомнилось? Там, может, кто, блядь, со сцены упал, блин, или еще что-нибудь такое? Да нет, я только помню Рэмбо, ёптать, хвастался, мне Боров фак показал, ёптать, орал, блядь. Ну, заебись, ёптать, чем хоть, ёптать, можно, блядь. Ну, Боров фак показал. Нет, я стоял так со стороны, смотрел, там, они там шалашами трусили, ёптать, извод, не знаю, жив он. Да, ну, да. Живой сот ты хочешь? Тот умер. Ой, да, ну, тот умер. Ну вот он, помню, был бы. Да там народу было море. Понятно, тусовка вся, короче, орловская. Ну, тогда просто в городе не было такого. И вдруг они... Ну, а Кипелов? Приехали, этот плакат огромный этот был. Ну, Кипелов первый выступал. Я даже был удивлен. Ария была на разогреве. Ну, потому что звук-то отличался. А вот не помню, был кто перед Арией, по-моему, нет. Ну, они, короче, вот программы свои, да, отлупили, блин, получается. Там, господи, пару часов отбили. Паук телеги задвигал какие-нибудь, блядь, адские. О, я не помню, а что там бровил, как обычно. Нет, ничего такого. Ну, спели вот эту вот всю хренотень, которая Russian водка там и так далее, тому подобное. Ничего такого, уж, блядь. Ну, Ария в то время хорошо играла хоть. Yeah. Ну, она, нет, вот как раз тогда-то она уже, они выезжали на этих, Жанна, ёпта. А, вот улица так, Рос. Да, они забыли, и понеслась вот эти вот рыкалки, блядь. Ну, понятно. Коррозия металла всякая, блядь. Пизду. А ты ожидал там, что будет шансон играть, что ли? Да нет, нет, нет. Я вообще ничего не ожидал. Я просто пришел, прикинул, басыль, какая-то курточка у меня была порезанная. Порезанная? Ага, дермантиновая, блядь. Дермантиновая косуха. Вот это прикольная тема. Я помню, у многих были дермантиновые косухи. Не, не, типа пиджаков, а Лев Высоцкий. Я был с Маратом.